Это Илья Митрошин. Я веду курс «Перспективы иллюстрации. Идеи в иллюстрации». И хотелось с вами поделиться несколькими интересными методами. Очень часто, когда мы приходим к какой-то интересной идее, мы ее завершаем, бросаем и перестаем даже о ней вспоминать. Но на самом деле из каждого сюжета можно вытянуть очень много дальнейших развитий, дальнейших историй. Если у вас хоть что-то получилось, хорошо или плохо, неважно, возвращайтесь к этому рисунку. Перекрывайте его, дорисовывайте его, доделайте его и ищите в нем совершенно новые образы, совершенно новые открытия. Это приведет вас к неожиданным и чудесным решениям, к которым вы могли бы не прийти логическим путем.